встретил пацанов в Третьяковскую галерею идут. На какую выставку? Знаю. На нормальную? На хорошую, конечно. А где Вика Одинцова? Она сейчас подъедет. Ну что можешь сказать о творчестве Репина? После выставки скажу. Окей. Да, выставка очень понравилась. То есть, конечно, немного понимал я, но что-то гуглив и смотрев там, и подсказывал, было интересно, в принципе. Обратите внимание на то, какая креативная кофта у Данила. Надо везде Данила. Нужно везде креативить. Видишь, я уже даже называю тебя Данилом. А вот Билал Билалов, конечно же, под большими впечатлениями, сказал, что на него произвела впечатление картина «Бурлаки на Волге». Согласен ли ты? Согласен. Действительно так? Действительно так. Что ты в ней видел? Я в ней видел, как люди пытались выбраться. И, ну как сказать? Говори, как есть. Не передать словами. Это надо видеть, друзья, да. Это не передать словами. Если вы хотите узнать поподробнее, то приезжайте на стадион ЦСКА «Песчаная», где вы сможете поговорить с нашими футболистами. А в целом мы будем сюда ходить оккультуриваться. Я думаю, что на постоянной основе. Поэтому большой вам совет от Кирилла и от Билала. Ходите в театры, в кино, музеи, выставки. Они просто под впечатлениями. Я за них сейчас скажу немножко. И, конечно же, приезжайте на стадион и болейте за Кирилла и Данила тоже, и Билала, и за нас всех.